Он же разведен вообще, нет? Но это уже не наше дело. Это уже не наши дела. Не, просто он говорит, что у жены, типа? Или это мы додумали, что у жены? Не, он сказал, по-моему, у жены. Ну, может, это то имущество, которое не получилось разделить. А, я понял. Танки, ну там сами распределите их, кто где. Гоша справа, Гоша слева. Я в портал. Я в портал это. Мэтт Фокс в хила. Давай еще. Давайте там бидон с Войдом на рейде. Джандис. Войд по-любому не стоит. Терсминог и Мэтт Фокс. Полетайте. Не люблю на рейде. Ингрен, я слева. А там есть разница между обычкой и необычкой летать? Так, и вешу. Тебя будет убивать. Я просто ни разу не летала в гире, если что. Бидон, ты летал? Давай тогда, Настя, ты на рейде, бидон полетает. Бидон, Джандис и Мэтт Фокс летают. Джандиса сумоете, Войд Спиртуса, Заломан, Залкопатый. Я не люблю, где шпили для морды. Он сказал, 5 минут срочно отойти надо. Он уже написал, что тут. Кто сказал? А, нет, написал, что тут. Тот Джандис написал. Он пришел уже. Гоша, блин. Ты как нахуй нам заломаешь? Тут они, бишь, ты нет. Спиртус. Ты на рейде. Вы на кой меня сумму? Ближе к сердцу. Ближе еще. Так, у нас... Хила не хватает, нам надо еще кого-нибудь спекнуть. Мэтт Фокс. Мэтт Фокс в хиле. Мэтт Фокс в хиле. Че вы меня сумоните, алло? В два хила рейд захиливается, да, здесь? У меня себе. Да. Ну, Войд, Терсминог и не люблю на рейде. И Бидон, Джандис и Мэтт Фокс летают. Репичип, блядь. Это не я. День не люблю. Там флут какой-то в рейде. Ну, Слава там разошел. Слава пишет. Разошелся. Джандис. Надо клаву забрать. Все, ну тогда без не люблю. Еще раз. Джандис, Бидон и Мэтт Фокс летают. Войд, Терсминог на рейде. Не люблю АФКшит. Давайте, пуляйте танки. Танки, сами распределитесь там, кто с какой стороны. Я у него сказал. А, планы поменялись, я справа ухожу. Бля, толстого не пускают. Валдырного, Гоша, Валдырного сыграли? Да там, блин, просто я сыграл этого. Валдырного. Ты не мой. Дальше. Свечка слева. Давление справа много.
Слева много. Свечка слева. Валдырна справа. Поганишь справа. Справа много подавителей. Слева подавление добить. Болдерный слева. И свечка там. Опа, какая она маленькая стала. Садись, докатись, да? Давление справа. Я к напоне. Печка справа. Колдырь там слева. Колдырь. Колдырь, но... Скажите, когда там херу. Слава, ты вниз? К сожалению. Короче, смотри, я буду четверг на Next KD. И получается понедельник. Ну, Валдырь, Гош. Ну вот, четверг, понедельник. Гош, Валдырь. Все, и добить там. Тут лучше червяков. Калкагер. Держу, держу. Я просто стану и даю, все. Че, он там выздоровеет сегодня? Ну, я давай. Тебе могу написать те, что у меня сейчас есть, а те, что доставят потом. А все, чили. Че, ты много стал закидывать? Нет, все, фул. Можно заходить? Можно. Да. А чё вы хотите дальше? Принцов хотите только потратить, да? Принцов можно. Ох, я кастеровский. Плащ, ну, кастеровский. Слабый, кстати, мы убиваем. Плащ. Принцов, Лану и профа можем убить. Там наше а время хватит. Как-то можем. РДД надо. Плащ, конечно, сочный пиздец. Убери. Я бы его обрезал бы вот так. Он мне капы выправляет. У меня сейчас перекап меткости. Этот мне... У тебя плащ меткости? Да, пиздец вообще. А ты где его взял вообще? Я не помню. Только не говори, что скеля. Написано длинный плащ лича. Геровский. С лича взял. Ну, это не так работает вроде. Раздел лича, блядь. Отобрал вот эту вот хуйню с него. Да, да. О, квест, что ли, на Лану? Десятки гер. Бля, может, я как-нибудь у Деполитана выключу его, уступить. Разговариваю с ним сам. Понятное дело. Если уступит, то уступит.
А если получается левый в кадык по коленке, по коленной чашечке с ноги и... Мы на кровь пошли, Слава. Тут квест. Квест не хочется терять. Десятка гера. Какой квест? Чел. Так, подожди, сразу Юля в танка. Репечи в ДД. Но я удержу телесета. Давай, репи бич. На Неаполитан ничего не пишет. Наверное, ну, не отдает и не отдает, значит. Ну, забей СРС. Я меткий буду, блядь. Скажу по секрету. Сейчас, короче, на ТГ, блядь, охуенный плащ. Взятый, ну, да. Меткий глаз. Слышали? Типа он даже лучше этого 77-го, 71-го будет. С тюрьмы? Ну, да, типа за лучше. Квесты. По СПД даже лучше. Да, он по СПД, он даст больше СПД. Стоп. Что за квест? Ну, на сверках. Ну, знаешь, который... Давай, Витя. Неаполитан. 32 за 60, и там дальше 50, 70, 60, АП шоу до 71, и гем в него впихивает. Давай, Мэтт Фокс. А, да, я хочу. Он будет крит хаст, он будет давать больше СПД, чем этот, но он будет давать, взятый на подстраховку. Инты и выносливости меньше точно этих голых статов. Я хочу. Че, все готовы? Рипи бич. Все. Да, погнали, Юля. Юля будет на килисете, Леха, ты на двоих. Блять, ничего нового. Ну, то понятно. Все по-старому. Не будем рисковать. Да. Взятые две минутки АФК. Ведь, кстати, ты заметил, что у тебя кусок не умерла? Настя, тут, в отличие от обычки, двигаться не умерла. Хотя была, я тут знаю. Угу. Я тут не летала. Сейчас полетаешь. В вихрях. Если надо, я тоже не полетаю. Да, как это без... Понял, бич. Еще одного тактика достаю. Ты думаешь, чтобы это тут твоё набрать? Типа ты набираешь, а к тебе подбегают. Обычно да. После этой фразы Гоша дох. Я сказал, я бессмертный. Тут набрать МЖ невозможно. Ты куда не убежу, к тебе все равно подбегут. Короче, Гош, берешь звание, ставишь неумирающее и все. Не умираешь. У меня такого нету. Ну не судьба для тебя, что поделать. Не знаю, как это говно работает, блядь. Перебил ретрика сегодня, в итоге в палку стал давать больше, а на сурке меньше. А, это сразу видно, короче. А это Сирус. И это почти 70% хаст. Ты чё, в хасту решил убиться? Ну, попробовал. Чё ты поторопился, блядь? Голда есть. Такие же разговоры были, блин, полтора месяца назад. Ой, не торопитесь, а, блин, паладина вбивать хосту. Ну, я не говори. И, блядь, уже полтора месяца. Да, я протестить хотел. Чё в итоге получится? Ну, в манике я же говорил, сколько? 17 стал давать, а в сурка дал мне. Дима, ты тут? Теперь наши силы едины. Заханыч. Восстаньте, братья, и уничтожьте. Заханыч отошел там на полчаса, он вроде. А, заебись, нах. Ну мы потому и свернули с против. Типа. А чё тебе? Ну, сейчас будешь нахуй в редрике сферы бить. На сферах ты, Мэтт Фок. Все нахуй. Неаполитан взят. Вот та вот моя точка. Вот там. Центральную забираю на Гришу. Да.
буквально 5 секунд часть, не бейте. Ближе к этому, где они стоят. Мэтфокс. Пьедестал. Мэтфокс, я не знаю, за... чисто это. Все, все здесь. Давайте, даю отчет. Можно сильно бить? Нет, 5 секунд. Не, нет, на, это, на пул сдайте, боди... Официанты не отведут вообще сильно. Да, да, не врывайся. Дайте официантам разнести тарелки. Так вот, Кель ушел, теперь можно ебашить. Фокс, ты налево. Ренжу. Я по кресту играю. Я бью, бью, бью. Бей, Гриша, бей по кресту. Окей. Ёпта. Керос Фейнер в беду надо. Уже? Что, просел уже? Он, походу, спек поменял. Фокс, твоя. Не, я возьму центральную, возьму. Макфокс бей. Босса. Геро? Геро, Геро. А, там Геро. А, даун. Даун. Блин, там какая-то мономочалка. А, девочка спала. Падает на лестнице, Макфокс. Не, не падает, не падает. Вот ту дальнюю неаполитан работаем. Темную паладину возьми. У дверей неаполитан. Неаполитан. А ты можешь прото забрать. А дарте с огненную. Упала. ГП. Я считаю, что ГП надо давать всем РТДшникам. Ага. Тебе дай. А мне-то за по центру я бью. Я крест бью. Я по квадрату играю. Келесета, Юля, отводи. Витя, 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 помоги. Я сам, я сам. Бич, уйди отсюда, ва, падла. Падаль. Блять, пружину разлил. Да, я уйти должен. Нахуй, без куда-нибудь. Отходите от Келесета, милик. Что там сейчас уже? Бля, Гриша еще переключ... дальше. Понимаешь? Держу, 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 держу. Я тут. Это плохо, Дима, что ты так поздно здесь, нахуй. Как успел, Минуты так на три раньше бы прошли. Да, тут наш любимый. По откату Геру дадите. А, наш любимый. Падает, падает, падает на этих, на кресте. Крест падает. Массейв. Я мелкими шишками передвигаюсь. Давайте Геру. Квадрат заберу. Я луну играю. Фокс, крест твой сейчас справа от тебя. Джиндис, сокру. Девять стаков, три кинетика под, над боссом. Потом звездопады прожали. Я квадрат бью, все в порядке с квадратом. Главное, чтобы те две. Отводили. Ты новую заберу, Гриша, еще квадрат. Ок. Миленький Келлис. Кинетика, блять, в трусах где-то там, вот кто в трусах бегает. Блин, ну, нажми что-нибудь, наверное. Керос Иннер в бидон, ну, и Мэтфокс Иннер в Джандиса. Квадрат ловит. Он.
Милики ушли. Вижу, вижу. Вторую. Да ёп. Новую бью. А квадрат поднимите, и луна будет сейчас спускаться. Оставьте квадрат. Разбежали. Массакру. По квадрату играю. Я крест держу, мат, вообще, в порядке. Настя, дай татами, дам гимн. Масса кролев. Кинетика новая. Я вижу, вижу, взял. Тут две падает, один, еще там квадрат один. Вторую, кто-то еще из РДД. Неаполитан, босса бей. Либо луну развернись направо. Я луну много держу, я деру. Ну, новая моя. Милики, киллесет. От Фокс новую луну забери. А там еще одна у вас. Я луну держу, луну. От Фокс возьми, пожалуйста. Тебе ближе будет новая. Лучше разворачивайся, крест падает. Да, я вижу. Сколько он еще жить нахуй будет? Он умрет сегодня? Еще 2,5 ляма. 3 минуты. Сокру. Новая кинетика слева далеко. От Фокс, у тебя луна падает справа. Сможешь? Успеешь? Успел, заебись. Джандис сухой. Керос Иннер, Джандис. Бидон тотем, ставь, если есть. А Мэтт Фокс Иннер в бидон. Я по луне играю. Давайте. Один лям остался. Ёбаный в рот, блядь. Блять, РТД, добейте Келисета. Сдохло, падла. Богу, нахуй. Я в ахуе, блять. Оно легло. Я пришел. Давай. Быстрее пойдемте, 18 минут. Чистите трэш, я на минутку отойду. Там осколок есть, чё, кость. О, на иноха заберу. Получается, не заберешь. Получается, нет. Идите, вот, стойте там. Получается, потих и грусть тенха собираешь?
Нет, конечно, это все на распыл. Ну, проверять Т5 Энх будет. Да? Не, Лем Т5 ванлап, точно. Да. Я спина агерская. На 30 секунд. Так, это заломано сейчас на двух боссов не было, да? Да, не было принца и... Лан убиваем? Да, мне нужна багруха на приста. Да не играешь, какая багруха, ебать, ты шо, чел? Вот это, понимаем. А я, наверное, постелила лук. Вот тоже все поставил лук, скорее всего. А то мне уже в дверь стучат. Ну типа скажи, 20 минут не... подождать. Даже никого дома нету. Кто там все стучится, блядь? Дима, если ты... не говори ему, если он знает, он наверное оставит уже. Да у меня путанный блэкджек. А, я тоже хочу! Так я тоже, Диман, хочу, говорю, блядь, там знаешь, какие девочки говорят. Но там... ты в роли путаны будешь. Я тебе сейчас сам, блядь, путану сделаю, если я тебе... Да, мы собрали сюда, прикинь, блядь. Ничего, я буду недалеко куда-нибудь. Бля, я тоже хочу. Тоже хочу, понимаешь? Заводи себе подруг, я не знаю. Кого все хотите? Дайте Мэтфоксу лутера полутать осколок. Ну там сейчас, блядь, с ума сойдет. Я понял, стан. Ебать, 4 стана въебал, 5 станов, 6. Я просто из стана не вышел. Что, у нас тут 3 танка будет или? Нет, 2. Я танчу. Ты что, танчишь? Ну а что еще делать? Сейчас только я рогнусь. Больше надо на Эршаму заходить, надо Эршаму качать. Нет, Эршаму качать. Там мой Эршам. А то их мало в рейде, да? Очередь. Нас... Не хватает. Резкая нехватка Эршама, да, такая? Я следующий качаю Эршама, куда? Надо, слышишь, еще одного Эршаму в 4Т5, и тогда фулл рейд сов. Чтобы иннер заливали. Да. Я боюсь, не хватит. А кто у нас ближайший Т5 упает на Эршама? Никто, мы их больше не делаем. Я рубаю. Ну там остался вроде один песок. Мы их больше не делаем, иннера столько нету. Я еще могу их быстренько, подожди. Юля, давай в ДД. Если брать в принципе шаманов, то я. Но... Рипи бич. В танка. Он уже в танке. Но Эршам в Т5 это уже совсем другая история. Чё, Лёха? Офнулся. И чипса, да? 5 секунд сказал же. Да. Лёха и бич. 14 минут пойдёт. Типа рыбы будет или нет? И бич, я хорош. Пиздец, вот Лёха чё плохого сделал? Взяли, рядом с бичом посадили, куда, блядь. Знаешь, как с петухом вот это вот. Я понял. Осуждаю. Слушай, ну голос. Я вот это припомню. Итак, типа, как было... Гоша, как ну было скажи еще... кукареку. Типа, Гоша, я ж любя, ты же знаешь, брат, ну я ж ну, никогда... Канадцы хотя бы, что ли? Я и моя шестерка. А что они там, к твоим девочкам приставать хотят или что? Да, к моим девочкам, прикинь. А ко мне приставать, сейчас придумают, завалятся. Да нахуй нам эти девочки, мы с Гошей у друг друга есть, и все хорошо. Вам просто угол, да, нужен, где вы вдвоем сможете? Только боджет нужен, и все. Короче, на первой взлетке Лёха, ты дай. Так, Лёха, забери протаур. Честно, я бы девочку лучше пошипал. Кого ты, блядь, ближе? Лёха, на первой взлетке. И давай этот Рипи Бич продлишь потом. Джандис на второй. Ема. Давай я сдам на второй. Все. Я понял тебя, Гоша. А как же секрет твой любви? Илаша. Да, Юля, что там? Кидалова я ебаю, это все. А как же крепкая дружба? Готова. Все, флут офнули. Все, согласен.
Керсори МВП Ханта укусит. Или Апродокса. Не-не, МВП Ханта. Тени выносим. Там в этих он. Пак там подвиг. Тени 3 секунды. А, продакт. Я продакт укушу. Я керсоры тогда инвизибла или консилятор. Не люблю. Он... Сейчас факт. Подвигайте. Керос иннер в беду. Тени 3 секунды. И там взлетка будет. Мэтфок. Фир сейчас будет. Я блинканусь. Да, это там еще 5 секунд. Сейчас отойди чуть-чуть, сначала. Да нахуй, уебал меня. Керос БР Апродокса. Не, просто линканулись просто. Пак там под... Лапку, каску, пристабах. Invisible. Mad Fox, Inner, Genghis. Чё, Гриша, второй раз пробовать будем? Давай. Прям с тобой я стою. 3 секунды тень. Взят... Дайте бидон тотем, будет на ману. Вот бы кто заломал, ничего, пусть дал. Укусы передавай. Я кусанул, на полуманы въебал. Бля, главное укусите. Ну, не слакайте, кто-то не укусил. Нет, все укусили. Нет, все укусили. Шесть. Ну вот сейчас. Просто... Я просто умер. Просто... Подвигали спак. А продах ты можешь МК обновить? Собраться. Нет, у меня мало. Выносить. Не флот. Трак 2 секунды. Готовились. Сфир. Так, сейчас Дженди с массак. Рано. Я сейчас продлю через 5 секунд. Если, конечно, я МС дал. Димас, Настя, вставалку. Да, еще деф нужен. Захильте ее быстро. Тотем какой-то. Лапку, каску пристав. Избежались. Сейчас тени будут. Тотем какой-то. Пак там подвиг. Геру. Дартис, выноси. Беги, малышка, беги. По теням побежи. Из лужи выйти. Там в лужу будет ставить. Я отвел чуть-чуть. Угу, все. Батя, в ноль по мане. Я 23 тысячи без укуса держал. Бля, нормально. Пойдем. Слава, чё ты, кровавую пучину хотел, да? Смотри, да, Ломаныч. На что смотреть? 25. 25?
24,90. Да, 25, слушай, идем. Че, на проф идем или все на все? Не, ну там я же уже с укусом бил. Ага. Все. Ну, у нас полчаса. Можно, я думаю. Да это мало. Шаманам кому-то нужен токен? Воин, шаманы. Плюс они. Не, мне нужен. Все, понял тогда. Я все. Хилл с абсурдовым линканите выйду. Что там с абсурдовым? Ой, ты под хэпалом, не переживай. 4.95 ты держишь крепко. Говно все. Слышь, Артём, тебя это чуть на стюхне обогнала, кстати. 37 лямов. 37. Мне чуть осталось. О, ладно, все, я побежала. Давай. Хорошо закрыть. Хорошего вечера. Давайте. Спасибо взаимно. Ну все тогда на сегодня, я так понимаю. Давайте, наверное, все на сегодня. Че, профи? Спасибо, парни. Ну, минус хил, минус два тела. Давайте сейчас тогда я пош... Это сколько мы закрыли? Минус проф, минус этот... Минус проф. Минус три. Минус три, да? Так, может, 9. Это на будущее, сейчас немножко это... Я сделал два канала с заменой. Все видели, нет? Да. Ну, это как бы теперь на вашей совести все будет. Что, ну, не отписали туда, пришли, опоздали на РТ. Ну, блядь, будете без ЕПа, чтобы это проще отслеживать все было. Что вы ответственны сами за свои ЕПа. Так, единственное... Вы также ветку создаете? Насте надо минус 350 сделать. Костя, глянь, мне там за БС накидывали ЕП? Что-то я просмотрел. Yes. И я с рука пришел. Ты сука.